O negócio é заехали в такую интересную усадьбу, находится возле Кретинги. Тут можно погулять, посмотреть. Ну и покушать, конечно. Так называется. Тут курятники какие-то у них. Сейчас пойдем по этому мосту, пройдемся. Но вначале Лина боится. А что, блин, больно? Тут никого нету пока. Бабушкина карусель. Она тут что-то в руках, метлу, наверное, держала, кто-то вынул. Лина, смотри, крокодил. О, уже можно сидеть тут.
Это вау. Пойду кайф, нормально. Вот герой смотрю, ребят. Кактус прикольный. С животными сюда нельзя, потому что животные тут есть. Один цент написано, монета. Лодочка старинная. Можно погладить. Лина, погладь ламу. Ламу. Топови. Ну не бой. Ну, погладь. Теперь шляк. Пойду дальше, посмотрю, что тут такое. Шашлычница прикольная. Тут целого поросенка можно подвесить. Другие тоже прикольные.